А перед началом данного ролика советую вам канал Brozex. Здесь куча новых игр, обзоров Лего, прохождение FNAF и реакции. Так же, как и у меня. Вот его канал будет, ссылка в описании под этим видео. И советую вам канал Фред Трап, это канал моего брата. Ссылка в описании тоже под видео. О нем я уже рассказывал. Всем привет, с вами я, Фокси. Мы будем сегодня проходить очень-очень старую игру, которая уже где-то 10-11 лет. Она очень старая. Называется Побег из тюрьмы Генри Стикман. Генри Стикман, это Стикман такой, который появляется в 6 частях нарисованных. Я буду проходить эти части, но начну я со второго. Первое и шестое нет в Play Market. Первое вроде удалили с Play Market. Короче, все части удалили, кроме четвертой. Все части удалили с Play Market и заново в Play Market и отправили. Только уже по другому названию, уже как русскую игру. Да, и русское название. И другой логотип уже игры. Старые логотипы игры мне нравятся больше. Их обновили и стали обновлять. Их в 2020-м вернули и их стали много раз обновлять. Ну, я не знаю, что там обновилось. Вроде. Не знаю, что там обновилось. Но надеюсь, что-нибудь новенькое. Я когда-то играл в эту игру в детстве. 5 лет назад или 4, или 3 года назад. Давно. Я уже все позабыл. И не знаю еще бы, что там делать. Ладно, приятного вам просмотра. Так, идти. Это что? Тупая реклама? Эй, ты! Ты освобожен. Хо-хо-хо. На этот раз это шутка. Вот тебе твоя дурацкая коробка. Жри ее. У нас тут... Мы ее проверили, Дэйв. Да, проверили. Мы ее проверили. Иначе зачем мне это говорить, чтоб меня уволили? Да? Да? До свидания. Так, у нас тортик. Напитки. Энергетик. Давайте выпьем. Сердце остановится у нас. Так. И что? Вот тебе падла. Сожрал, да? Хорошо, да? Сердце остановилось. О, май гад. Все, мы сдохли. Давайте телепорт. Хом. Да, телепорт дурацкий. Он ни в одной части не работает. Дрель! Да, провалился. Ну, давай это. Куда? Беги! Радуйся, Ран! Так. Давай. Yeah.
Заново. Сейчас. Да он супергерой. Нифига. И что? Нифига он. Я за супергероя играю, что ли? Я не понимаю. А что там белое? Ладно, это баг. Давайте попробуем другим способом как-то сбежать. Другим способом. Надеюсь, мы получим новое достижение другим способом. Справимся. Ну давайте окно. Советую смотреть, прежде чем прыгать. Ну понятно. Так. Бам, по башке. По башке. Да. Подорвем их. Кидаем. Кидалово. Вот так. Давайте стул. Так. Давайте сюда. Сюда. И что? Выжил? Да неужели выжил, да? Бам! Да, да. Вот так. Так. О, давай. Да неужели? Это что было? Да. Прошли игру. Да, устала. Так. Все, сбежали. Так, мы прошли пол игры. Одну концовку осталось и достижение, да. Да, достижения, да, достижения буду долго проходить. Особенно те достижения, которые, я не знаю, с чем связаны. Я приболел, кашляю, уже говорил об этом. С помощью две концовки уже сделал, и два вот этих достижений. Остался еще, там вроде три концовки, а еще одна концовка осталась, и с достижением, и мы завершим его. Ну все, мы, наверное, завершим это видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал Фокси Мадла. Ну все, с вами я, Фокси. До скорой встречи, пока-пока, удачи. Подписывайтесь на Брозок и Фред Трап.